Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава правительства отметил рост взаимной торговли на 25% между Казахстаном и Узбекистаном. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транзитно-транспортной, строительной, автомобилестроительной и других сферах. Стоит отметить, что за 9 месяцев товарооборот между двумя странами достиг 2,5 миллиардов долларов. В ближайшие годы планируется увеличить его до 5 миллиардов долларов. Также Аскар Мамин в рамках визита в город Ташкент встретился с премьер-министром Афганистана Абдулла Абдуллой. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития политических и экономических связей. Завтра Аскар Мамин примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.